Всем привет, дорогие друзья! С вами Георгий Томбу, и этот репортаж с турнира по World of Tanks. Этот турнир посвящен 71-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Организаторами данного мероприятия выступили Дом молодежных организаций и Молодежный парламент при собрании представителей муниципального района Кошкинский. Давайте послушаем председателя этого парламента Сергея Никитенко. Мы рады вас поприветствовать на данном мероприятии. Мероприятие данного типа проводится в Кошкинском районе впервые. Надеюсь, поставим на регулярное проведение. Хочу представить наших спонсоров. Это магазин компьютерной техники, электроники МФД в лице Антона Васильева. Данный ИФАТЭК предоставил любезно 4 комплекта компьютеров и все расходные материалы практически для проведения данного турнира. И магазин «Эконом-сервис» тоже в моем лице. Так, хочу представить вам нашего оператора, Вадим. Судейский состав. Так, у нас еще один судья не подошел. Юзеев Руслан. Я, судья. И еще Алексей Климанов подойдет. Коротко напомню правила турнира. Так, общий список использованных карт. Энск, Химмельсдорф, Рудники, Руинберг, Монастырь. К участию в турнире допускаются ПТ, легкий и средний танк, средний и тяжелый танки 6 по 8 уровней. САУ не допускаются. Команды могут состоять из танков разных наций. Допускается использование премиумных танков и расходников. Запрещено использование подкалиберных снарядов. Ну, то есть голды, все знают, что это такое. Будет 30-10 минут. Так, победа присуждается команде, уничтожившей все танки противника или к окончанию времени, имеющей преимущество 16 очков. Одно очко – это один уровень техники. Захват базы разрешен. То есть изначально мы планировали то, что захват базы не будет. Сейчас перед вами турнирная сетка. У нас первая играет команда Кукушев и команда Крафт. Играем по круговой системе. То есть каждая команда играет. У нас одна команда, шестая, недокомплектованная. Есть желающие поиграть? Вот они. Четыре человека есть. И вот на наших с вами глазах начинается кровопролитная битва. Надо сказать отдельное спасибо нашим спонсорам ИП Фролов ПГ за уютное помещение и трансляцию боев в зал, магазин компьютерной техники и электроники Инфотек за предоставление 4 игровых компьютеров и всех материалов, необходимых для создания локальной сети с выходом в интернет. А поле боя держится на танках. Взревут моторы и сверкнет броня. По грязи, по врагам полстанков прорвут любую линию огня. Танковой атаки рубеж непроходимый будет наш. По сотни грамм из запыленной фляги за танк родной поднимет экипаж.